Всем привет! Все мы знаем о том, что существуют знаки зодиака. Они рассказывают многое о человеке, который родился под тем или иным знаком. Но что они могут рассказать про любовь к выпивке у знаков зодиака? Также вы можете подписаться на канал, нажав на значок «Подписаться» под видео. Поехали! Двенадцатое место. Козерог. Козероги пьют осознанно, разбираются в годах и букетах, отличают ирландский от шотландского по запаху и цвету, а брют от полусухого, по хлопку пробки. В общем, зря переводят продукт, потому что эти алкоголические гурманы никогда не напиваются вообще. Одиннадцатое место. Рыбы. Рыбы пить хотят, но не умеют, потому что даже с мизерной дозы алкоголя их уносят в такие бездны, что утром стыдно смотреть в глаза коллегам, маме и мирозданию. Самое интересное, что на самом деле рыбы из этой бездны никогда и не выплывали, просто под влиянием градусов их посещает откровение, идея нахожуся. Осознав, где именно, рыбы начинают хлопать плавниками, метать икру и с криком «долбани меня о скалы моря» бросаются в последний путь, на котором их ловит кто-то любящий и рекомендует больше не пить так. Рыбы, что интересно, прислушиваются, но на некоторое время. Десятое место. Рак. Раки любят выпить. Очень. Весело и вкусно. Под закусочку из 45 блюд в кругу близких друзей и семьи. Но чуть-чуть. Те раки, что хоть раз в жизни выпили не чуть-чуть, помнят об этом до конца своих дней. Поэтому раки впадают в одну из двух крайностей. Или спиваются к чертям, потому что терять уже нечего. Или после вчерашнего больше не пьют. Совсем. Никогда. И вторых, как ни странно, больше. Девятое место. Лев. Лев очень боится перепить, случайно проговориться и испортить все, что нажито непосильным трудом. Репутацию, которая, как известно, почти полностью основана на мифах и легендах, которые лев о себе сочинил. И поскольку спиртное на него действует как сыворотка правды, лев много не пьет, но про свои алкогольные подвиги врет так же вдохновенно, как и про все остальное. Восьмое место. Водолей. Водолей алкоголя боится больше, чем пауков и террористов вместе взятых, но виду не показывает. Без страха и упрека вливает в себя аквавиту и задорно подбивает окружающих не отставать, потому что алкоголь – враг, а бояться врагов не в характере водолея. Потому что водолеи с криком Джеронима ныряют на дно бутылки, и окружающим кажется, что зеленый змей вот-вот погубит храбреца. Но нет, водолеи, во-первых, почти никогда не напиваются, а во-вторых, не спиваются точно никогда. Водолей и зависимость – суть вещи несовместимые. Седьмое место. Скорпион. Теоретически, Скорпиону следовало бы отдать почетное первое место за выслугу лет и рекордный литраж, но практически это не имеет никакого смысла, потому что скорпион-алкоголик – явление крайне редкое. Дело в том, что скорпион, напившийся в дугу, превращается в душку, лапочку и друга всех детей. Влияние спиртных растворов на непостижимый организм скорпиона заключается в полном отключении функции мизантропии, каковая, как мы понимаем, является фундаментом основной личности скорпиона. А допиться до полной потери этой самой личности все-таки перебор, самолюбие не позволяет. Шестое место. Дева. Центральное место в гороскопе занимают девы, те самые тихие алкаши, про которых никогда бы не подумали. Ну, собственно, потому и не подумали, что девы до последнего сохраняют контроль над собой и успешно делают вид, что ничего такого, просто немного хорошего вина. Хотя пьют они, собственно, только с одной целью – хоть ненадолго утратить, наконец, этот чертов самоконтроль. Пятое место. Телец. Тельцы вообще не парятся. Нежные отношения с зеленым змеем они начинают в ранней юности. Мгновенно влюбляются на всю жизнь, а далее живут с ним в любви и согласии, пока абсистентный синдром не разлучит их, увы, уже навсегда. Потому что стоит тельцу пару раз пережить эпическое похмелье, с тазиком у кровати, вызовом скорой помощи и мыслями в духе «лучше бы я умер вчера, как все», все, больше телец пить не будет. Совсем. Потому что ограничиваться парой пива – это то же самое, что свидание закончится за два шага до кровати. Четвертое место. Стрельцы. Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров стрельцы, самые счастливые алкаши в гороскопе. Алкоголь они любят искренне, преданной любовью, а он отвечает им тем же. Повод выпить стрельцам не нужен, потому что какой же тут повод, если это просто весело и вкусно. Другое дело, что могучее физическое здоровье попросту не позволяет стрельцам качественно спиться, и они могут прекратить это в любой момент. А вот мой дедушка бросил пить в 98 лет, и ничего. Дедушка стрелец был, гадалки не ходи.
Третье место. Весы. Бронзовая медаль достается весам, которые пьют не удовольствие ради, а пользы для. Пользы для их хрупкого душевного здоровья, которое ежедневно страдает от несовершенства этого мира. Так что ежевечерняя покупка соблазнительного булькающего билета во внутреннюю единорогию – обязательный ритуал для весов. Если лишить их этой возможности, все будет очень плохо, но недолго, потому что весы найдут выход из этой ситуации. Ходят слухи, что один чувак даже воду в вино превращать научился, и у нас появились некоторые сомнения на предмет его зодиакального знака. Второе место – Овен. Серебряная медаль достается Овнам, потомственным алкоголикам в сотом звездном поколении. Овен, который не напился до зеленых чертей в честь окончания 8 класса, а к выпускному из института не заработал себе вторую стадию алкоголизма, которая, впрочем, и будет страдать в смысле наслаждаться до конца своих дней, вообще не Овен. Его наверняка в роддоме подменили на какого-нибудь благочестивого козерога. Первое место. Близнецы. У близнецов, как известно, куча субличностей, которые постоянно сменяют друг друга. А вот бухать они ходят вместе, коллективно. Отсюда и растут ноги у главной страшилки нашего детства. Нельзя пить в одиночестве, сопьешься. Это, конечно, неправда, а гнусный поклеп. Пить в одиночестве можно совершенно безнаказанно. Близнецы спиваются совсем не поэтому. Просто у них всегда с собой не только фляжка аквавиты, но и компания отменных собутыльников. Приятно выпить с умными людьми, знаете ли. И прямо скажем, грех не спится в такой хорошей компании. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк.